Это у нас подготовка к канадскому стержню лось. Ну вот из 300-ки на 180 длиной стерженек. У меня сейчас в демарке ничего не идет. Ну как бы идет, но очень плохо. Надо возвращать, короче. Ну, восьмерка. Так, буду пробовать прям в канадской кордуре игнуть. Это из такой слабенькой 300-ки. Кордура у Канады необычная. Тем, что одна сторона прорезинена, а другая, ну, как обычная кордура. Но мне понравилось, кстати, как она у меня закрутилась. То, что как-то пацы форму сохраняют, прям жесткие. Потому что обычную кордуру мне не нравится мотать. Она у меня сразу проваливается, проминается. Посмотрим, что будет происходить с этой. В принципе, тут еще и не от кордуры зависит много. Вот она прям плотная.